Приветствую вас на моем канале. В этом видео я хотел бы поделиться с вами, каким образом я проводил построение элемента рукоятки, а именно визерунка, на примере меча Леди Сив из сериала «Агенты щита». Рассмотрим поближе. Моя задача была построить данный визерунок с некими упрощениями, потому что в оригинале рукоятка имела элемент с визерунком, который сложно было распознать, а тем более повторить. И я принял решение на своей модели сделать что-то похожее, но которое поддается массиву и которое с некоего расстояния, скажем так, будет восприниматься каким-то похожим образом. Поэтому я принял решение сделать на модели вот такой рисунок. И сейчас я хотел бы рассказать, каким образом я его получил. Для этого переместимся по дереву построения. Это тело мы тоже скроем. Для начала на еще голом элементе мы разместили вот эту бабышку. Она образована обычным эскизом и выдавливанием с приданием толщины на некую глубину в одну и в другую сторону. После этого мы проводим отзеркаливание тела и относительно плоскости сверху также отзеркаливаем это тело вниз. То есть мы имеем на деле два тела, которые мы планируем распространить по некой траектории в виде массива. Мы используем массив по кривой. В данном случае кривой у нас является эскиз, заранее построенный в средней плоскости. И мы оговариваем, что на этой линии, на этом контуре эскиза у нас будет 24 тела. Это число было подобрано интуитивно для того, чтобы достичь более-менее желаемого результата. После этого моя задача была убрать лишние выступающие части. Убрали операцией выреза с таким вот эскизом. И следующий этап – это объединить все эти тела из массива и вот эту вот часть рукоятки вместе. Тем самым мы получили секцию рукоятки с неким визерунком. Спасибо за внимание.